Завод кранового оборудования «Атлант» обогревается системой водяного потолочного отопления «Теплопанель». Мы видим ряд панелей, которые располагаются на потолке белого цвета. Вдоль наружных стен установлены панели ТП-2, а ближе к центру установлены панели ТП-1. Данное решение позволяет отсекать холод от наружных ограждающих конструкций, от стен, кровли, создавать нужный температурный режим именно в рабочей зоне. Мы видим, что сейчас провели замеры тепловизором. Температура в рабочей зоне у нас порядка 15 градусов. Под потолком у нас температура около 16 градусов. То есть прирост температуры на высоту 13 метров составляет всего 1-1,5 градуса. Очень комфортный обогрев. При этом мы сделали замеры температур всех поверхностей, стены, кровля. Все стены, и левая, и правая стена имеют практически идентичную температуру. Замерили температуру поверхностей пола, окон. И при этом мы видим, что одинаковая температура еще и стен, ворот. И также замеры сделали кран-балки, потому что есть иногда ощущение, что кран-балка вдруг она будет перегреваться. И мотор, который находится недалеко от кран-балки. Практически температура самой кран-балки и всех поверхностей, которые на кран-балке, имеет ту же самую температуру, как и температура поверхности потолка. Сейчас в панелях температурный режим около 40 градусов. На улице не так холодно сегодня. Было сегодня утром около минус 8 градусов, сейчас около минус 2 градусов. Сегодня 13 февраля 2023 год. При использовании лучистой системы водяного потолочного отопления имеется возможность освободить все стены. У вас нет никаких регистров, у вас нет избыточного шума от тепловентиляторов, не переносится вместе с воздухом пыль. И самое важное, не создаются теплые подушки воздуха под потолком. За счет этого помещение имеет сниженные теплопотери, меньше мощность котельной, поскольку здание испытывает меньше теплопотери, и меньше затрат на потребление топлива, поскольку здание меньше будет потреблять, котельная будет, котел будет меньше потреблять топливо для того, чтобы преобразовать его в тепловую энергию. Применяйте правильное энергосберегающее отопление, теплопанель, которая создаст вам необходимый микроклимат в помещении, при этом у вас будет комфортно, безопасно, помещение будет соответствовать всем пожарным санитарным нормам. Не будет риска возникновения пожара, потому что панели являются низкотемпературными излучателями, очень комфортными для человека. Не будет эффекта костра, когда вы находитесь под этим обогревателем, вы фактически не будете его чувствовать, как в сравнении с высокотемпературными излучателями, которые создают эффект костра. И панели за счет низких температур не будут испытывать риск возникновения пожара. Панели не потребляют электроэнергию, к ним не нужно подводить электрический кабель, что минимизирует первичные капитальные затраты. И панели не потребляют электроэнергию на работу вентиляторов. Также, если у вас помещение имеет повышенную кратность воздухообмена, то вам не потребуется догревать теплый воздух и часто его выбрасывать наружу. Вы будете минимизировать затраты еще и на вентиляцию. Поэтому применяйте правильное решение для обогрева своего производственного или складского комплекса. Но это может быть применено и в любых вообще помещениях. Остались вопросы, задавайте их под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Российский завод, компания «Стройнет» готовы сделать расчет и подбор нужного решения для любого объекта. До встречи, друзья!